Таджикистан готов выполнять полеты с соблюдением всех санитарных требований, отметили в агентстве гражданской авиации республики. Душанбе «Спутник». Таджикистан готов возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил директор агентства гражданской авиации при правительстве страны Икром Субханзода на пресс-конференции в Душанбе. Субханзода отметил, что точной информации о дате возобновления регулярных рейсов в Россию пока нет. При этом в настоящее время ведутся переговоры между министерствами иностранных дел двух стран. РФ направила запрос в агентство гражданской авиации Таджикистана, что российская сторона готова запустить международные рейсы между двумя странами. В ответ на письмо Росавиации агентство гражданской авиации Таджикистана также выразило готовность к запуску рейсов, сказал глава ведомства. Субханзода подчеркнул, что сейчас ни одна страна не может назвать точную дату возобновления из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что международный рейс Дубай-Душанбе был запущен 21 июля после улучшения эпидемиологической обстановки в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава агентства гражданской авиации добавил, что таджикская сторона готова выполнять полеты, в том числе в Россию, с соблюдением всех санитарных требований.